Казарма, генерал? Или в Рим? Домой. Жене, сыну и урожай. Максимус землепашец. С трудом себе это представлю. Смыть грязь куда проще, чем кровь, Квинтус. Вот он. Повелитель. Сенатор Гай, сенатор Фалко. Бойся Гая. Его речи сладкие, как мед, но однажды ты проснешься и закричишь: «Республика! Республика!» А почему нет? Рим когда-то был республикой. Да, а в республике вся власть у сената. Конечно, сенатор Гай не это имел в виду. А вы за кого, генерал? За императора или сенат? Жизнь солдата проще. Он может взглянуть своему врагу в глаза, сенатор. За вами армия, вам легко ворваться в политику. Я предупреждал, но я вас спасу. Сенаторы. Понадобятся верные люди. Чем могу быть полезен, господин? Ты хорошо умеешь командовать. Ты приказываешь, приказы выполняют, и ты побеждаешь в бою. А эти сенаторы интригуют, бронятся, льстят и обманывают. Максимус, мы должны спасти Рим от политиков. Ты будешь со мной, когда придет час? Когда ваш отец меня отпустит, я вернусь домой. Домой? Что ж, ты заслуживаешь это. Но не расслабляйся. Скоро я тебя вызову. Со мной Луцила. Ты не знал? Она тебя помнит. К тому же, ты знаменит.